Губернатор встретился с главными редакторами районных СМИ. Пообщаться с Александром Усом приехали представители больше 40 газет. Сперва глава региона объяснил нынешнюю ситуацию в Красноярском крае с учетом санкций в отношении России и рассказал о дальнейших планах развития экономики региона. Во-первых, мы взяли курс на импортозамещение. Во-вторых, перестройка логистики, поиск новых направлений поставок и сбыта продукции позволит открыть новые перспективы для местных компаний и предприятий. В-третьих, серьезно возросла роль Северного морского пути и наших портов. К примеру, Игарка может стать крупнейшей лесоперевалочной базой. В-четвертых, власти намерены поддерживать лесную отрасль, где трудятся десятки тысяч жителей региона. В планах снизить налоги, упростить логистику и дать доступ к выгодным кредитам. Мы завершили истекший год и подошли вот к этим драматичным событиям на подъеме, на очень серьезном подъеме, когда Красноярский край по праву стал одним из таких важнейших локомотивов России. Это не просто красивое слово, стержневой регион Российской Федерации с точки зрения экономического положения, а самое главное, с точки зрения перспектив, это действительно так.